Казанском университете продолжается реализация программы внутрироссийской академической мобильности студентов КФУ, МГИМО, МИД России. На этот раз гости посетили мастер-класс по искусству ЭБРУ. Все подробности далее. Искусство ЭБРУ, или по-другому техника рисования прямо на поверхности воды, имеет очень древние корни. Но, несмотря на это, техника с тысячелетней историей вдохнула новые веяния в современный восточный мир. Сегодня дизайнеры одежд шьют свои модели уже вот из ткани, которые нарисованы, так скажем, украшены, декорированы этим искусством. А также в каждом доме можно встретить полотна не только цветов, деревьев, природы, да, ведь на Древнем Востоке нельзя было рисовать человека, то сегодня уже в этом искусстве пишутся картины, где мы можем увидеть силуэты храмов, зданий, людей и конкретно известных каких-то вот знаменитостей. В рамках мастер-класса гости из МГИМО попробовали создать собственную картину. После того, как на воде появились загадочные силуэты из красок, участники мастер-класса перенесли изображение на ткань. Удивительные результаты не смогли не вызвать эмоций. Это что-то такое необычное, очень интересное. И правда, как нам сказали, один из методов релакса. Вот, и на самом деле очень большой спектр эмоций испытываешь после такого. Вот, и я думаю, что результатом довольны все, кто занимался сегодня на этом мастер-классе. Далее гостей ожидает не менее интересный интенсив по исламской экономике и финансам. Гости, к слову, поделились своими впечатлениями о Казанском университете. Эта университетская атмосфера здесь в полной мере раскрывается. И видно, что люди улыбаются друг другу, что люди стараются, устраивают что-то. То есть это не что-то подготовленное было для нас, они просто так живут. Диана Шеленкова, Фарид Захитаглы, Универньюз. We'll be right back.